Сегодня сотрудникам «Чувашавтотранса» начали выплачивать заработную плату. На погашение задолженности с июля по декабрь 2018 года направит около 60 миллионов рублей из резервного фонда Кабмина. Такие данные на заседании в Доме правительства озвучил министр транспорта республики. На указанную сумму в соответствии 19 278 009 000 рублей это принято к кассовому исполнению. Задолженность составляла 876 человек. По перечню, имея задолженность за период август-декабрь 2018 года, 78 человек. Работникам «Чувашавтотранс» имеет задолженность за июль-декабрь 2018 года, в настоящее время, переведены денежные средства в сумме 62 миллиона 27 60 тысяч рублей совместно с Фондом управления. Проблема с задолженностью по заработной плате обостряться не должна. Глава региона потребовал оперативно реагировать на тревожные сигналы от работников. Вы проводите комиссии свои по недоимщикам, там, по другим вопросам. Примерно юридические лица, предприниматели, они тоже известны, которые создают. Вот за бездействие или за халатность их надо привлекать к ответственности. Значит, в ручном режиме управлять этими процессами. И когда конкурсных управляющих там суд назначает, вмешиваться как третьим лицам и отстаивать интересы правительства работников.